Я не понял, кто все конфеты съел? Я ни при чем. У тебя тут ни пройти, ни выйти. Oh, no. Oh, no, 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 no. Милан, смотри, что у меня есть. Иди скорее сюда. Милан, я тут ягодок купила. Какую будешь? Ягоды малинку. Так, кажется, кто-то открыл челлендж. 24 часа отвечаю только песнями. Это будут веселые 24 часа. Конфеты съел. Ты знаешь, что никто. У вас тут что? 24 часа отвечаем песнями, что ли? Ага. Да. Тогда знаете что? У меня есть несколько вопросов, на которые вы песнями ответить не сможете. Но сначала уборка. Хорошо, все будет хорошо. Я не понял, где моя любимая шоколадка, народ? Кажется, я знаю, кто ее взял. Я даже не сомневался, что ты взяла мой шоколад. А я его ищу. Че красная-то такая? У тебя температуры нет случайно? Столько шоколада есть. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Любовь к шоколаду, Милана, это нехорошо. Ну, для кого-то. Я не понимаю, что происходит. Семья, я тут шахматы прикупил. Хочет кто-нибудь поиграть? Согласна. Ну и зря. Шахматы, между прочим, развивают мозги. А я вообще не знаю, что у вас в голове. Я тебе сейчас дам, не мое. Беги, дорогая, беги. Слушай, Милан, ты же знаешь, у нас сегодня гости. Я вот тут голову ломаю. Чем заниматься вообще будем? Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. Кстати, слушай, отличная идея. Дэнс-дэнс у нас будет, значит. Да, кстати, ребят, а что вы думаете по поводу угощений? Я думала молочные коктейли сделать, и вот не знаю, добавлять какой-нибудь сироп или нет. Точно, а ты неплохо справляешься с челленджем. Милан, у нас уже гости на подходе, ты готова? Косички отрезал, прическа отстой. Да ладно, ладно, не так уж все и плохо. Давай я тебе помогу. Ты беспощадна. Ой.
Кажется, челлендж вышел из-под контроля. Мы готовы встречать гостей. Папа, как тебе Миланин лучок? Это девочка с картинки. Мне так нравится, но в волосах ее резинки. Да, кажется, папа тоже заразился вирусом. Люди, помогите дышать. Ну что, этот челлендж подошел к концу, и кажется, я справилась на отлично. Согласна, я сомневалась, что ты выдержишь, но ты держалась на отлично и даже нас с папой заразила. Ну что, ребята, а это видео подходит к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока-пока! А еще давайте наберем под этим видео 100 тысяч лайков, и мы выпустим вторую часть, где мама и папа будут отвечать мне музыкой.